Так, друзья, переходим к уже отработанным проектам. У нас здесь Урал. Урал с аппаратурой ВПЛ третьей версии. И я сейчас буду вспоминать, что это за Урал. А это Урал, который к нам прислали на ТО. Да, друзья, на ТО. Значит, что мы здесь сделали? Мы здесь перебрали мосты. Поставили двухступенчатую коробку, разложили, распределили всю электронику. Лебедку поставили на передний бампер. Фильтр установлен на крыле. Электроника ВПЛ здесь третьей версии. Со звуком, с управлением лебедкой, с переключением коробки передач. А также еще можно светом управлять. Сзади у нас установлен копийный бампер с нашими плафонами. И плафоны здесь подключены. Да, плафоны подключены. В кунге находится... Так, здесь не виден. Сейчас с этой стороны покажем. В кунге находится ящик для электроники. Так, сейчас обратно вставим ручку. Ручку вставляю. Там вся электроника. Модель можно смело эксплуатировать. Слушай, он вообще развалился. Ребят, бывает всякое. Мы не будем монтажировать. Мы прям покажем все как есть. Короче, петли отвалились от него нормально. Так. О, так. Вставили. Закрыли. Все, ребят, ну бывают косяки, да. Все исправимо, как вы видите, буквально за сколько тут? За пару секунд. Так. Да и все, ребят. Катать мы его не будем. Урал, кстати, странный, да, смотрите, задний кардан попросили оставить стоковый зачем-то, вот, может быть, у клиента есть, конечно, стойте, все, какие мосты, ребят, ё-моё, вот это я тупанул, друзья, прошу прощения. Заново. Не заново, ну, мы же импровизацию делаем, ребят, ну, в общем, все то, что я сказал выше, это все неправда. Здесь пластиковые мосты, стандартные пластиковые мосты. Да, вспомнил я, что это за заказ. Здесь, ребят, пластиковые стандартные мосты стоят. Стандарт прям. Стандарт пластиковый. И мы не поставили здесь задний кардан, потому что клиенту сказали о том, что, дружище, ты все равно сюда потом металл мосты поставишь, а на металл мостах там идет средний мост с проходным редуктором, и у него свои карданы. Да, то есть просто задний карданчик ты выкинешь, а он как бы, по-моему, 500 рублей стоит этот кардан задний, который вот сюда сейчас подходит. Поэтому оставили мы здесь пластиковый кардан, два кардана поставили металлических, вот, и в дальнейшем данный Урал, конечно же, требует апгрейда подвески в плане металл-мостов сюда. Комплект металл-мостов нужно поставить, да, вот, все, теперь информация вся точная, верная. Аккумулятор у нас располагается под капотом. Так, у нас батарейки есть, будем включать тачку. О, есть батарейки, все шикардос. Давайте включим модель. Я сейчас прям вообще максимально вспомнил, чей это Урал. Это Урал, значит, клиент нам прислал его со своими запчастями от Цешки и попросил нас продать его запчасти, а собрать ему Урал. Да, то есть посчитать там, сделать такой расчет, да, обмен, так сказать. Вот, значит, у нас серво работает. Поворотники работают. Сзади у нас тоже поворотники работают. Если мы газ нажмем, то мы его заведем. Нажимаем, выключаем звук. Так, колеса работают. Двухступка переключается. Все, ребятушки, функционирует. Так, у нас сразу на видео получается будет и проверка. Нужно колеса оттримировать. Видите, колеса... А, тут же есть триммер, да. Что я? Колеса оттримировать можно вот так. Опа, 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 опа. Все. Нет, триммер не помог. Нужно качалку перекрутить. Нужно качалку перекрутить, и тогда колеса станут ровно. Видите, колеса стоят криво. Нужно снять качалку с серво и перекрутить ее на пару, так сказать, делений, чтобы колеса ровно выставить.
отправляется он заказчику, отправляется он еще после проверки. Я его сейчас отдам Диме или Ване, чтобы они его перепроверили. Вот, настроили серву. Получается, это, знаете, такие видео, как бы, ребят, мы с вами в реальном времени сейчас проверяем конфигурацию моделей. И заодно показываю вам те косяки, которые могут быть и у вас, и которые могут быть и у нас. Да, вот как вот, например, тот момент, что сейчас здесь вот этот разъемчик сделан неправильно, видите, то есть провода не удлинили. Соответственно, как оттуда аккумулятор достать? Можно достать, но это неудобно. Нужно, чтобы вот этот провод с коннектором был длиннее. Да, поэтому что мы делаем, ребятушки? А мы делаем следующее. Мы берем. Сейчас. Не выключай камеру. Будем показывать все, что мы делаем. Мы берем бумагу, ручку и сразу пишем здесь, ребятушки, то, что нужно сделать. Да, напишем проверить. Пишем качалка. И пишем разъем, да. Разъем АКБ. Вот. Все. Отдаем это нашим мастерам для того, чтобы они перепроверили. Модель собирали новички. Ребят, у нас в команду двое ребят пришли. Это Никита и Костя. И данную тачку они собирали как первую свою модель. Поэтому проверочка только после проверки. Только после проверки модель отправляем заказчикам.